Привет, друзья! Загадки на логику отлично развивают мышление и смекалку. Предлагаю сегодня немного размять свой ум такими загадками. Если готовы, то начинаем. Где есть реки, но нет воды? Есть города, но нет зданий. Есть леса, но нет деревьев. Конечно же, на географической карте. Один глаз, один рог, но не носорог. Что это? Эта корова из-за угла выглядывает. Что считается грязным, когда оно белое, и чистым, когда оно зеленое? Школьная доска. В парке 8 скамеек. 3 покрасили. Сколько скамеек стало в парке? Осталось 8 скамеек. Маленький серенький на слона похож. Ответ – это маленький слоненок. На что больше всего похожа половина апельсина? На вторую половину апельсина. Шла бабка в Москву, навстречу ей 3 старика, у стариков по мешку, а в каждом мешке по коту. Сколько всего шло в Москву? Только бабка шла в Москву, а вот старики шли в другую сторону. Что с пола за хвост не поднимешь? Клубок ниток. Что это такое большое, как слон, но совсем ничего не весит? Тень слона. Сколько яблок поместится в пустую корзинку? Одно, потом она уже не будет пустой. Что идет то в гору, то с горы, но остается на месте? Дорога. Вова и Леша рисуют. Один дом, другой дерево. Что рисует Вова, если Леша не рисует дом? Ответ – дом. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? Почтовая марка. Коля всегда говорит правду, а Миша всегда лжет. Недавно Коля и Миша купили себе одно транспортное средство на двоих. Коля сказал, что он не желтого цвета, а Миша заявил, что у него есть мотор. Как ты думаешь, что купили ребята? Красный скутер, желтый мотоцикл или синий велосипед? Они купили синий велосипед. Футболист пинает мяч на 10 метров, но мяч возвращается через 20 секунд. Как так? Футболист пинает его вверх. В каком здании больше всего историй? В библиотеке. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда не нужно? Ответ – якорь. Что утром теряет голову, а ночью возвращает? Ответ – подушка.
что если уронить, то сломается, но если улыбнуться, улыбнется в ответ. Ответ зеркала. Что нужно делать, если слон посидел на заборе? Чинить забор. Надеюсь, вам удалось разгадать эти несложные логические задачки и взбодрить свой мозг. Делитесь этим видео с друзьями, а в комментариях делитесь, на сколько вопросов удалось дать правильный ответ.